Привет, это тренинг по отговоркам Эльдара Бродвея. И сегодняшняя наша тема – почему у тебя нет девушки? Дело все в том, что вовсе не ты ссышь проявлять инициативу или подходить первым. Просто твой характер, твоя мужественность так устроена, что когда девушка первая с тобой заговаривает сама, ты чувствуешь себя гораздо более уверенно и гораздо более раскованно. А когда ты сам подходишь к девушке, то ты чувствуешь себя зажато и неуверенно. И с этим ничего не сделаешь. Ты не можешь просто взять и изменить что-то в своем характере. Это не просто тумблер переключить. У тебя сформированный характер, сросшийся полностью и сформированный вместе с твоей личностью. Таков ты. Свое «я» невозможно изменить в 20 лет. Ты можешь начать подходить первый, но это просто не даст результата, потому что ты будешь теряться в словах, нести какую-нибудь ерунду. Тебе просто комфортнее, когда девушка первая заговорит с тобой, первая захочет познакомиться. Просто в последнее время очень мало таких ситуаций, когда девушки подходят и первые знакомятся с тобой. Просто девушки такие пошли сейчас из-за интернета, безинициативные. Они в интернете такие наглые и уверенные, а в жизни они безинициативные. Они боятся подходить и первые заговаривать. И ведь ты даешь им шансы. Ты даешь им шансы. Например, девушка тебе улыбнулась в трамвае. Ты переглядываешься с ней постоянно, как бы говоря ей, ну давай, подойди, заговори со мной, ты мне тоже нравишься, ты ведь ей подсказываешь это взглядом, но она не понимает, не вникает в твою ситуацию, в твою особенность, в твой характер, что она первая должна проявить инициативу. И что ты тут можешь сделать? Ничего, такой у тебя характер. Но и такие современные девушки, и ты вынужден просто без девушки проводить время из-за этого. В парке, например, напротив тебя сидит симпатичная девушка, и вы с ней переглядываетесь. Ты же ей взглядом говоришь, ну давай, подойди, познакомься. Придумай причин там, спроси дорогу. Ты ведь подыграешь ей сразу. Ты ведь сразу пойдешь у нее на поводу, такой, да, что, конечно, в чем вам помочь, проводишь ее, но пусть только сделает первый шаг. Она ведь это понимает тоже. И в результате она упускает тебя. Вы оба понимаете, что она первая должна подойти. Но она почему-то этого не делает. И из-за того, что сейчас все девушки вот такие вот, безинициативные, у тебя и нет девушек. Что ты можешь с этим сделать? Ничего. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты что, изменишь девушек всех современных и женщин? Нет. Чтобы закрепить материал сегодняшнего тренинга, перепишите текстом то, что я говорил, основные тезисы, и повторяйте их вслух перед зеркалом. Подписывайтесь на канал и делитесь этим тренингом с друзьями, потому что вы поможете им полноценнее разобраться в себе.